Что у вас в жизни происходит интересного, что нового? О, у нас подготовка к школе идет. Ну вот сын переходит в 5 класс, выбираем одежду. Проработал всю ночь сегодня. Весь день просидел в интернете. Дочка приехала от бабушки. У меня племянник родился. Тороплюсь к своему новорожденному ребенку. Ребенок купался в фонтане в детском парке. У меня сегодня выходной. Отдыхаю. Мы уезжаем сегодня в Анапу. Полгода занимаюсь на карате и уже заняла первое место на соревнованиях. Ну, сократили меня с предыдущего места работы и теперь ищу новое. Два дня я ходила на рыбалку, выловила 9 леньков и 2 окуня.